Глава 45 книги пророка Иеремии. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нерии, когда он написал эти слова из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя иудейского. «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух, — ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь».